Конечно, здоровье – это правильное питание, правильное количество пищи. Согласно аюрведе, правильное количество пищи должно помещаться в сложенной ладони, наподобие миски. Сколько еды там может поместиться? Только это количество. Не спрашивайте меня, есть ли верхний предел. Лишь пара горстей. И ваш живот. Положите руки на живот. Правильный размер вашего живота должен быть таким. Но если, чтобы измерить живот, вам требуется охватывать его всеми пальцами, это не является признаком хорошего здоровья. Положите обе руки, они вполне должны покрыть ваш живот. Если вам требуется 5 рук, чтобы прикрыть живот, значит, что-то серьезно не так. Тогда нужно вставать на беговую дорожку и бегать, и уменьшить количество углеводов.